детей. Господь, я благодарю Тебя, мой Бог, во имя Иисуса Христа за наших детей. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твое благословение, Твоя охрана и защита навсегда пребывала на них. Я молю Тебя, Господь, чтобы наши дети, они стали светом этому миру и солью для этого мира, Господь. И я верю, Господь, что Ты научишь их, Господь, своему слову через наших учителей. Благослови, Господь, Олесю, Славика, Лену, Вику, Господь. Я прошу Тебя, Господь, давай им мудрость, Господь, чтобы Ты давал им, Господь, еще больше силы, чтобы воспитывать наших детей на Твоем основании. Я молю Тебя, Господь, благослови Давида, Амира, Тему, Евангелину, Асланчика, Господь, Натана, Итана, Господь. Я прошу Тебя, Господь, укрепляй их, Господь. Укрепляй их дух, укрепляй их веру, укрепляй их знания, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Благословляю вас. Идем туда, да? Хорошо.